Привет из Германии. Я сейчас нахожусь в земле Саксония, в городе Дрезден, столице Саксонии. И здесь мы решили покушать настоящие тюринские сосиски, которые являются как бы такой главной уличной едой Саксонии. И узнали местную легенду, что оказывается, и сосиски были придуманы немцами, но немцами Саксонии и Баварии в старых монастырях, и они имели свой стандарт. Сосиска должна была быть обязательно 17 сантиметров длиной. Это были первые стандарты, которые ввели для того, чтобы как бы конкурировать только не за счет величины, а за счет качества. Так что, чтобы вы знали, вот такая тюринская сосиска в Саксонии на улице 3 евро. Привет из Дрездена. Оригинальные тюринские сосиски, придуманные монахами, которые что-то имели в виду, одинокие мужчины в католических монастырях, когда сделали стандарт ее, длина 17 сантиметров. Был здесь юмор или нет, но традиция сохраняется до сих пор. Вот такие улочки Дрездена.